Мы играли, заебал, печатать уже. Печатаешь и печатаешь. Рано или поздно ты должен был бы меня спалить. Я знаю, что это ты. Да. Это я убил. Такой шаманчик красивый бегает. Шкаф вроде. Я уже вижу, как лич сейчас падет под нашим натиском. Извините. Варенька, тут заходи. Поставьте кто-нибудь рыбку. Ваня, Алдеран. Да, я тут. Чё, может ты поговоришь или Олег сразу поговорит? Смотрите сами. Я поговорю, что мне сложно. Что там, давайте бафы. Смотрите, бафа чего не хватает там на пол чек. Что там за это? Рыбки хочу. Рыбки. Для чего все регулируем, ребят? Сейчас все будет. Надо было сначала так сделать. Блять, знаю, как эта жизнь устроена. Дайте рыбку, если есть у кого-то. Вон поставили в центре. Кушайте. Давайте пока чек на пул, запущу, для чего вас там добавляют. Что там, ауреста не хватает? Что там, Марат, готов? Джон Огурец, Машулечка. Короче, фаску надежно запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форден? Он чудом на этой лестнице не подскользнулся. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Вы видели эту лестницу? Ты сейчас дрожешь, опять сдохнешь, чтобы не захил. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Хила, схватит, дыхайся. Крест под друидом дайте. С Гефестия на крест, стряси кулак. Так, давайте, бой начинается, готовьтесь. Блять, ну тупой, после заражения, не вставай. Вставай. Помогла фласка. Дайте ему там каску, пристабав. Так, смотрим, сейчас ловушка будет первая, РДД. Звездочку становимся, смотрим, чума 2 секунды. Чума на диспельте Поклонского. РДД ловушка. РДД. Так, смотрим, сейчас чума будет 2 секунды, смотрим на ком, выносим. Одна. Так, на слава выноси.
РД ловушка, милики, проходите. Так, РД ловушка, проходим. Чума выносим. Так, Кёрс выноси. Достал. Все, паладин на край, выходи. Так, милики ловушка, милики. Давайте звездочку становимся, сейчас будет еще одна ловушка и потом на край. Так, смотрим ловушка, чему будете в рейде диспелить. Так, все, бежим на край. Диспельте друида. И отдыхайте, все. Давайте рыжу набирайте между собой. Паладин, забирай мелких. ДК держи духов. Играем по сверкам, присты не забываем. Так, Слава, давай на ману. Машунька, ставь тотем. Стабав дайте. Так, давайте последнего духа бейте. Хорошо, сейчас будет переходка на фазе. Паладин заберешь. Давай, паладин забирай. Идемте все звездочку. Милики там лича бейте, РД там добьют его. Все там доты добьют, эти лича бейте. Давайте звездочку становимся, там охотники катки не забываем ставить, вальки сливаем. Станы там, Слава говорила, какие станет. Так, бейте, бейте, бейте. Трусы станьте, трусы станьте. Протопал в трусах. Дайте мастан по валькирам, вышли лужи. Звучик схватили, я не застану. Все, всех разбили нормально. Так, Слав, поверни, чтобы в распределение не лететь его. Звездочка. Так, давайте звездочку создали. Будет валькир, я распределение скажу, когда выйти. Распределение несем вправо, весь рейд влево. Ничего, без гера? Дайте рост. Давайте, рейд влево идет, распределение вправо. Давайте, вышли. Так, бейте, все три бейте. Давайте, трусы бейте, ромбик бейте. Да все, сольются все. Давайте, играйте в лича. Да, набирайте ренжу, милики, скажу, когда выйти. РД хилы на ренжу. Милики вышли тоже. Смотрим, на ком лужа. Лужа на Гефесте. Мы идем в центр, такая, види в центр. Види в центр, давайте звездочку, все собрались. Дайте маны машулечки. Стали себе звездочку, валькир станем. Давайте, стан. Три все схватили. Не знаю, какую станил, всех сливайте. Давайте, через кружок играйте. Трусы сейчас улетели. Ты не сможешь меня разбить. Дружок, трусы бейте. Так, вышли, сейчас лужа будет. Так, не вижу таймер. Бейте лича пока. Идем в центр. Так, давайте звездочку стали сюда. Валькиром стан, играйте в лича. Давайте 44, валькиром стан лича будем бить. Так, сейчас лужа будет. Давайте, вышли с центра, вышли. Станьте, бейте лича. Лича бейте. Ну дайте стан валькиром. Бейте лича быстрее там. 2%. Ну, быстрее. Стана нету. Все,
просрали кого-то. Идем на край. Так, край на край. Стана не было, плохо. Он вылетит, он сейчас вылетит. Давай, то ты же, наверное, умрешь. Играйте по печеньке. Не, он не умрет, он нас натурный. Он летит так, в воздухе. Так, давайте, паладин поймаешь следующего духа, бейте все кружок. Кстати, кружок бейте. Паладин, забери духа. Чтобы это Пуконский вылетел? Пуконский тут, Лилия гимноман. Так, давайте, бейте нового, старого духа печеньку бейте, нового не трогайте. ДК забирай. А все печеньку добивайте. Не показалось ли тут эти релоги на вальках снова работают? Поклонский вылетел, и его просто не унесла валька. Играйте по новому духу. Ну, не знаю. Может, повезло. Давайте старого добивайте, нового не трогайте. Олег Дейнер, по-моему. Олег Дейнер, по-моему. Так, давайте, стоп по духам. Мацик. Идемте. Мацик. Все, давайте, добейте кружок. Кружок добейте, все, играйте в нового духа, задотайте его. Бейте гневного. Давайте звездопады на комнату оставляйте, идемте в звездочку. Там буду здесь что тихо говорить, а вы бегаете хилю. Так, бомба впереди, тут стоим пока. Бежим. Давайте потихоньку идем, стоим, проходим, проходим, дай сагу. Нормально, короче, давно не водил. За угол заходим. Знаете, проходим чуть. Так, давайте паладин духа лови. Все, паладин поймал, бейте гневного духа. Так, ДК уводи, лича на ту сторону, бейте гневного духа. Все, в мире кидите лича ковырять, можешь духа к личу вести. С личом веди его вместе, он только что дыхнул, нормально все. Все, играйте по личу. Ушли с центра, паладин ловит духов. Так, вышли милики лужа, смотрим на ком лужа. Так, на ком-то лужа сейчас будет, лори. Не умирайте там от духов. Не ловите их лишние. ДК до половины доведи, потом будет комната, нормально все будет. До половины веди, едите там с ключом до половинки. Идемте в звездочку. Так, стоим тут пока. Давайте чуть проходим. И идем. Давайте проходим. Сюда за угол заходим. Так, идем. Сюда в угол вжались. Сейчас бомба хлопнет и пойдем. Все, идем. Паладин, лови в бабле. Не тот, не та бомба хлопала, лови в бабле. Ушли от духов, ушли, ушли. Пиздец. Паконский, вставай. Тут, давай, Паладин, лови. Абэрну Паконского. Плохо, я тоже абэрнул. Ушли от духов, ушли, нормально все. Дайте пристабав, каску и лапку. Так, ДК уводи на другую сторону, ДК уводи. Уводи, ушли от лича. Маску по Макгрегору. Ушли с центра, ушли, ушли. Ушли с духов, не умирайте. Дай повойду и нормально нет. Я умер уже, меня убил на ДК. Ой, блин, блин. Нету. Ну, молимся тогда. Молодец, Ягер встал под комнату. Давайте звездочку и бежим.
Давайте проходим. Давайте угол жались и стоим. Проходим. Блять, ну чё я не получил урона? Сказал же, вжались. За угол заходим. Ушли от лича. Лор резко. Не, ушли от лича. Так, БРФ нет, туда идти СС. Так, Макгрегор, есть там для тебя СС? На Волка, мёртвый, понятно. Нареса и Вилдмэджика в центре лежит. Наверное, лучше бы Рестер Шамана. Там и захилим без него. Чуть осталось. Все, уходим в сторону, смотрим. Осквернение, Мирики там, отойдите от лича. Олег, дай гимнер. Ману заливал. Ретри. Лилия, дай гимн на ману. Подбирал уже, не приходит, а там. Сколько еще, когда секунд 40? Мне 20 секунд. Вышли из центра, паладин хлопает. Прорвались несколько под люк. Давайте нормально. Последняя комната, главное выживите. Давайте звездочку и пошли. У тебя нормально с манами? Да, нормально. Давайте за угол жались, быстрее там бегите, не отставайте. И пойдем. За угол заходим. Проходим. Давайте идем. Идем. Так, сейчас выход, веди его или к порталу, веди к порталу лича. Там к порталу, потому что там духи в центре. Давайте все к порталу идем. Смотрим сейчас осквернение. Все к порталу идите. Духи в центре, аккуратно там. Все, добивайте. Блять, как тут прожиматься надо, что ли? Все, стойте, бейте, никуда не идите. Я вот не понял, там я полрейда вайпнул, или там или не во мне стоять, вот что-то я никогда не понял. Они стоят неровно, паровозиком растягиваются. Сильнейший из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Что там, давай еще две бомбы. Просто для кого-то слово вжаться, они понимают, как просто остановиться и стоят левее не в стеночке, а ближе к центру. Они голову в плечи вжимают, наверное, да? Жанна Курецкий. Как страус, да? Да. Лучших воинов, которых знал мир. Жанна Курецкий, две смерти в рейде. Маску просил еще. Маску я раздаю всем. Повезло, наверное, что осквернение на мне было, да? Смотри, как я буду воскрешать. Да, ты, по-моему, даже заранее туда побежал направо. Много, да. Вот этот мир в пучину хаоса. А Зерот пойдет. А огурец вася свешал хоть? Ты спроси проклятие Краснозвичьего, он хоть раз скинул. Он вообще самый полезный. Полезный персонаж. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Спасибо за баф хоть. Слов, может там точняка накинуть 500 ЕП? Хотя, на варенька накинем там в начале списка, где-то там проще будет.
Прекрати, Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Очень Беглора, да, падает сейчас? Да, да, было бы очень забавно. Олег, это самое, я тебе 2000 ИП отнимал, там сам куда-то себе начислил, наверное, или что, на этого друида? Да, на этого. Ну тогда будь хватит там. Че, вас саба не будет сегодня? Он уже заходил. И вышел, да? Ну да, он, наверное, подумал, ну его нафиг ждать. А там пришел. Смотрю, вы там речь ведете за этот, за X5 что-то. Блять, тут говняно вообще. Я хочу повод. Блин. Дмитрий. И на мейн роль. Падение небес. Что упало? Лора, Теренос. Дефестиум на мейн, да? Или на ум? О, кинжальчик, 27 голды. Рольте защитника. Токен. Щелочка вообще. Эти Димитриуса выглядит на самом деле очень странно. Хуй пойми, что это вообще за кочерга. Коня роль. Ху-ху-ху-ху-ху. Будь здоров. Спасибо. Еще будет куда рейд сегодня? Так как будешь собирать 25 обычку целка? Сколько тебе пособираем? Вот есть желание собрать РС? Тут лучше в ВК сходить. Да, я тоже так считаю. Уже пускай лучше завтра после футбола РС собрать. А финал сколько? 18:00? Никто не помнит. Значит, надо рейд поставить на 20:00 или 20:30. Лучше 20:30. Завтра воскресенье, ну завтра будет половина гулять все. Нет, только ты. Сегодня гуляют. Так-то завтра иду гулять. Ага, ну ладно, раз ты идешь завтра, давай ради тебя соберем. Че, пойдете в ВК? Да, капитан. Может, что-то для РС силы нету. А его просто побегать 30 минут, потыкать скиллы. Да-да, особенно когда зашел 20 минут, посидел, видите, сил нету. Так, ладно, сейчас я тут трилогную кое-что. Причем с первого трая пришел убил. Ничего, он даже не сидел. Так я до этого в обычке сидел. Бугами.